В штатах Среднего Запада США, Висконсине, Мичигане и Иллинойсе объявлено чрезвычайное положение. Аналогично поступили и в более южных штатах, Алабаме и Миссисипи. В результате мороза и сильных снегопадов на севере США на этой неделе погибли более 20 человек в 8 штатах. Сотни получили травмы, в том числе обморожения, переломы, сердечные приступы и отравление монооксидом. Тем временем погода в восточной части России тоже не отличается мягкостью. Столбик термометра, например, в Якутии колеблется сейчас в районе минус 40 градусов по Цельсию. Впрочем, это не является какой-то аномалии. Температура здесь может достигать и гораздо более низких отметок, до минус 60 градусов. По традиции, вот в это время года в Сибири устанавливается так называемый сибирский антициклон, знаменитый сибирский антициклон. Ну, он приводит к тому, ну, во-первых, сейчас везде снег, а с земли тепла не поступает, ночи длинные, и происходит сильное выхолаживание. И это одна сторона дела. Во-вторых, самое главное, то, что в этот сибирский еще антициклон поступает. Вот такой заток есть в восточной части, в особенности, вот, с Арктики. Остаток месяца в Казани, по мнению синоптиков, также не будет отличаться высокими температурами. Роман Мендельевич Вильфанд, это научный руководитель Гидрометцентра Российской Федерации, и он высказал такое мнение, что первая декада февраля, она будет самой теплой в феврале. Если так, то, конечно же, вторая декада или вторая часть месяца, она, кажется, может оказаться и холоднее. То есть к нам придет вот тот самый сибирский антициклон. Тем не менее, хоть весна и не близко, будем надеяться, что февральские холода не заставят нас сидеть дома. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз.